Привет, девчонки! Показываю свой личный заказ по первому каталогу. То, что у меня осталось от заказа, вот это как раз это все мое. То, что заказывал себе лично. Ну, как видите, прежде всего заказал себе витамины. Себе и своей семье. Мультивитамины, две омеги, так как они идут со скидкой. Камили мультивитамины, омегу и астаксантин. Жалею, что заказала одну, потому что нам его катастрофически не хватает на троих. Но это камишки, конечно. Мы как-нибудь без астаксантина в этом каталоге. Так, гель для душа по распродаже шел. Очень люблю вот этот гель для душа, потому что он пахнет кофе. Заказала вот такой шампунь для всей семьи с кондиционером. Ну, в общем, ни разу не пробовала. Честно говоря, все хвалят, говорят, хороший, мягкий. У меня волосы окрашенные. Вот хочу попробовать. Так, два любимых парфюма. Эльви, вот еще даже не распечатывала. И розочка серебристая Валаре. Люблю-прелюблю. Так, в карандаше заказала вот икла Фам. Потому что редко бывает, вот я их называю карандаши, то есть мини-версии. Редко такие бывают. Это она была по распродаже, по спецпредложению, 199 рублей. И вот я ее бросила себе в заказ. Две тональные основы The One, слоновая кость. Распечатывать не буду, вы ее наверняка знаете. И вот такие маленькие тенюшки, темно-синие, The One. Вообще вот эти тенюшечки маленькие, они сходят с производства. А вещь очень прикольная. Не скатываются, хорошо держатся. И я как-то вот темно-синий не заказывала, но захотелось мне такие попробовать на зиму. Вот и весь мой личный заказ. Куча каталогов. И вот еще понасовали целый мешочек пробников каких-то. Не знаю, буду разбираться, что там такое есть. Всем советую сейчас заказать витамины. Январь месяц. Витамины наши. Неоднократно вам говорила и повторюсь еще раз. Витамины очень качественные. Произведены только в Германии, Швеции и Великобритании. Вот детские, например, витамины производства Великобритании, вот эти витамины. Омега Германия. В Польше ничего не произведено. Европейское качество, витамины очень хорошие, поэтому они и дорогие такие. Вот. Поэтому вам сейчас советую. Январь месяц, у нас витаминов нет своих. Хоть сколько вы ешьте мандарин и апельсин, но витаминов все равно хватать не будет. Поэтому раскалывайтесь на витамины. И чтобы у вас и волосы, и ногти были в норме к весне, чтобы волосы блестели, вот купите омегу сейчас. Она идет со скидкой. Я, наверное, все-таки еще закажу парочку. Вот кошка уже учуяла. Видите? Когда животное ест, это говорит о том, что витамины качественные. Ну, омегу, конечно, они чувствуют, потому что рыбий жир, оболочка. Вот. Вот она. Уже просит. Всем пока, всем хороших покупок, белой зимы и великолепного настроения.